Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня на распаковочке опять Владимир. И у нас пришло две посылочки. Две посылочки долгожданные. Человек у меня их ждал, заказывал. То есть, я так понял, вот это 47 дней шел по Arctronic. И 45 дней шли пауэрбанки. Давайте начнем с пауэрбанков. Шли они 45 дней. Оценены они в $8. Хотя каждый по $10 стоит. Здесь их должно быть 2. Давайте посмотрим, что внутри. Пауэрбанки я брал солнечные батареи. То есть я сейчас сделаю распаковочку, потом сделаем обзорчик на них. Да, два вот таких пауэрбанка. Хотя я заказывал разных цветов. Я заказывал 4. Но идут они разными партиями. Да, идут разными партиями. Заказывал 4. Что входит в комплект? Давайте посмотрим комплектацию. Значит, идет вот шнурочек такой. С разными насадочками. Здесь насадочка USB, микро-USB, штекерок под Nokia, я так понял, да. И вот такой, это, я так понял, наверное, айфоновский. И сам пауэрбанк. Солнечная батарея, по идее, должна быть. Ну, снимем обзорчик, просто немало времени. Надо человеку товар отдать. Он уже посмотрит, и будем снимать обзор. И вот это вот, это Parktronic. Parktronic оценен $10, стоил он 1600, насколько я помню, шел 47 дней. Долго очень висел в Китае, не отправлялся из Китая. Parktronic должен быть на 8 датчиков. Сейчас посмотрим, что у нас тут получается. Так. Все, коробочка пустая. Вот, коробка помятая немножко. Но я думаю, ничего страшного. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. Сильно помялось или нет внутри. Давайте открываем. Тут у нас идет мануальчик. Да, идет мануальчик. Угу. И почему-то 4 датчика. Хотя я заказывал на 8 датчиков. Это вот само табло управления. А, вот еще датчики, вот 2 датчика. И вот здесь вот еще 4 датчика. Да. Вот. Раз, два. Раз, два. 3, 4. 3, 4. И здесь 4. Это 4 передних, 4 задних датчика. Вот это самая панелька управления. Панелька управления. И табло. Вот такой вот Parktronic за 1600. Есть фреза для пропиливания. И еще вот это вот. Это, я так понял, питание. Да, питание, фреза. Все, вся комплектация. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, будут еще посылки. Человек, которому я заказывал, попробует. И мы тогда снимем видео, как она работает, как он работает, этот Parktronic. Я, честно говоря, не знаю, как его устанавливать. Человек заказал. Посмотрим, установит, пригласит меня, и уже будем смотреть, что и как. Все, всем спасибо. До скорых встреч. Буквально через 2 дня должен прийти насос высокого давления для винтовки. Заодно как раз сделаю обзорчик своей винтовочки. Все, всем спасибо, всем до встречи.